Хочет я вести круглосуточную судебку. Вместо своей жизни, спорта, арта и семьи и денег. Звой не видишь из-за актистного видения, которое воображаете, что вы воруете на его признание. Физически выбраться меня с воды или с камеры не намерено. Пусть меня защищает КГБ. Чё за хамло, блядь? Его можно белорусское КГБ? У них, кстати, название-то сохранилось. Вы не в состоянии управлять денежками, во-первых, актом ясновидения, как вчера вы рассчитывали, да, и, конечно, естественно, землетрясение с вашим сусмографом, так же, как и мой организм. Вот именно по психическому состоянию. Откроют некоторые психические каналы, например, бешеная депрессия, мы знаем, что будет землетрясение. Физически выбросом с камеры, что меня обворовали, но подтверждением его статуса. Я, не, значит, не выражала, что я работаю с этим. А же протест, а ратища, репрессия, братовая, сука, вы вот этого к воде, ебища, сука. Из камеры, блядь, тварь, музычка там выключать, денежки, а ну да. Значит, жесткой голодухой, прежде всего, отмеряя деньгами, блядь, его. Значит, мой дотов тесное видение, которое вы ищете в воде, а оно рождается во сне. Как вы будете им управлять деньгами? Что ты пиздишь, блядь, сука?